Белыми шарами почтили память жертв страшного пожара в Кемерово. Их выпустили в небо тамбовчане, собравшиеся накануне вечером возле ледового дворца спорта «Кристалл». Кроваво-красные гвоздики и желтые огоньки лампад вместе с пестрыми игрушками. Люди несли их в память о погибших в Кемерово. Большинство узнало о мемориале из социальных сетей, но равнодушных здесь не было. Разложили цветы, лампадки. Тяжело говорить о чем-то таком. В данную минуту мы очень сожалеем, сочувствуем. Такой тишины перед кристаллом не было давно. Кто-то держал скорбь в себе, кто-то пришел с белыми символическими шариками и выпустил их в небо. У кого-то уже не осталось сил сдерживать отчаяние и слезы.